отваливалась, я ее оставила вот так вот, она зеленая была, и он покраснела на палочке. Хочу показать, сколько здесь помидор уже. Здесь вот, вот так вот очень-очень-очень много. Сейчас я их все соберу, даже вон. Я вот эти ветки из-за того, что не было палочек, на куст кинула. И вот такое впечатление, что с вот этого куста помидорки растут. Сейчас соберу все. Это белая пудра, стряхнула, но все равно не рискую ее теперь брать. Вот. Кто-то вот что-то здесь подсыпал, непонятно что, не знаю даже, как так можно. Они прямо сами в руку падают. Со своего огорода, как говорится. Вот эти вот маленькие течеи, а вот эти вот кампари, которые я сама сажала, из помидорки кампари, такие вот они получились большие и очень, кстати, сладкие прям. Я теперь всегда буду сажать только вот эти кампари, они вот такие плоды крупные получаются, растет как черри быстро. Ну и крупные, как помидорки. Потому что обычные помидоры, они очень долго спеют. Вон там вот соседи. Соседи вот эти вот, они прям до сих пор зеленые недавно. Если вот не доспели, то они большие. Это тоже. Подвязали, наверное, кто-то подъедает. Вот сейчас на весах посмотрим, сколько это получилось. Урожай. Так. 495 грамм получилось. Это 94. Вот это получается почти полкило. Вот так вот. Вот эта вот белая пудра меня что-то смущает. Но я помою, конечно. Надеюсь, какой-нибудь там нехороший человек не посыпал это каким-то там ядом, я не знаю. Странно, конечно. Непонятно. Это по мне так напоминает это дуст, как это дуст от насекомых. Есть же порошок, вот эта пудра, похожа на это. Потому что что еще там могли посыпать против всяких там насекомых, я не знаю. Я обычно никаким вот средством не пользуюсь. Обычно у меня все всегда органик. И если что-то там гниет, просто убираю. И стараюсь просто убирать быстро и следить. И поэтому очень-очень подозрительно. Я не знаю, что они там насыпали. Надеюсь, никакая не химия. Тут, оказывается, в пакетике тоже я не доложила. Одну съесть успела. И вот оказалось, что прям 500 грамм получается. Вот столько, полкило. Это еще там полно зеленых, которые еще поспевают. Так что вот сейчас середина, точнее уже почти конец сентября, у нас до сих пор урожай есть помидорок. В общем, кажется, я нашла преступника. Вот я сейчас листочки оторвала. Вот прямо влажненькие вот эти вот, где фокус? Вот влажненькие вот эти вот капли прям. Какое-то, я не знаю, средство они полили. И залили еще, прихватили мои помидоры. Я не знаю, если это химия, потому что у меня обычно здесь все. Я вообще никакой химии тут ничего не делала. У меня все тут органик. Не знаю, чем они тут посыпали. Конечно, бессовестные люди. Вот так вот какую-то фигню посыпают. Потом удивляешься, почему все попортилось. Надо мне как-то отсюда оградить максимально все, чтобы они перестали мне все тут заливать. Так, поглубже вот так вот вырыла яму. Я все-таки решила отсюда помидор пересадить сюда, потому что у меня тут такие вот хорошие кампари растут, а они заливают какой-то химией непонятно чем. В общем, пересаживаю и хочу показать, из-за чего так много помидор получается.
Я уже давно пользуюсь вот этим вот удобрением. Оно органическое, я его рекомендую. И прям помидорок очень много-много будет. Для помидор вообще самое классное. Сейчас посыплю немножко. К сожалению, у меня подпорки никакой нету. За неимением машины трудно туда-сюда ездить. Не получается. Поэтому вот так вот они у нас растут, помидорки, в диких условиях. Так сказать, без подпорки, без подвязки. Просто вот так вот кучкой. Вот еще. Сейчас полью. Здесь они перестанут заливать химией. Я не знаю, то ли это зависть, что у нас так хорошо растут, то ли вредность, то ли пофигизм, непонятно что. Ну, в общем, я так убрала. Как говорила моя бабушка, не подозревай другого в краже, а просто береги свои вещи. Вот, хочу показать. Здесь мне Кинешка привезла вот такой вот подарок из Узбекистана. Нам с мамой, точнее, здесь и для меня, и для мамы подарок из вот Узбекистана, из родины. Это когда она летала туда, она вот привезла. Давайте посмотрим, что там есть. Вот такой вот красивый. По-моему, это чапан. Так. Пол у меня чистый, я его сейчас протерла. Так что выглядит это вот так. Чапан. И не знаю, не помню уже, какой из них маме, какой мне был. По-моему, вот этот красный был для меня, а это для мамы. Это мама Кинешки какой-то из них передала. У меня ковидные мозги, я уже не помню. Наверное, вот это для меня. Ничего себе, здесь даже кармашки есть. Такой модный чапан. Остальные там подарочки я уже показывала, они там в Темекулу она отправляла по почте, там тоже были магнитики. В общем, это тоже очень популярное место в Бухаре. Такой сувенир. Это Узбекистан, Ташкент. Вот из Ташкента, из моей родины. Такой вот красивый магнитик. Большое спасибо. И вот этот. Аккуратно буду открывать, что здесь острое. На вот этой штучке открою. Так. О, Хазрат Имам Моск. Здесь даже вот такой изображен такой вот рисунок мечети Хазрат Имам. Ташкенте. Очень красиво. Так придумали. Вот там сейчас новый президент, он развивает туризм, и очень много вот таких вот красивых сувениров. А это чекич. Один маме, другой мне. Два таких вот. Это для хлеба, для узбекского хлеба. Вот когда, если вы видели, лепешки и патырки, но в основном лепешки, посередине есть такой узор цветочный. Вот именно вот этим вот штампом это делается. Такие здесь иголочки, гвоздики или как. В общем, так вот протыкается посередине. И вот получается почти вот такой узор посередине хлеба.
Такие вот подарочки. Большое спасибо моей киношке. Мы тут в Safeway зашли. Тут уже вон тыквы выставили. Я даже не знала, что здесь есть дверь. Вот так вот все разукрасили. И тут вот даже вот такие вот декорации везде уже. Ой, шишки так вкусно пахнут. Красота. Вот тут все такое красивое. Такие прикольные. Все уже к Хэллоуину готовятся. Кинза так подорожала. Два пучка за $3. Вообще грабеж. Помидорки маленькие вот эти за коробочку $5 здесь. 680 грамм. Вот эти вот груши азиатские. Как называют apple-pear. Корейские, по-моему. $6 за такую вот коробочку, здесь 3 штуки, небольшие. Огурцы, английский огурец, вот такая одна штука за $3. Вот они сегодня грабят нас, вообще ужас. Походу сегодня у меня шопинг не удастся. 2 пучка вот такого зеленого лука, простого, такого страшного, за $3. 2 пучка, то есть это кошмар. Вот голубика. Такое ощущение, что я попала в инфляцию через 10 лет. Назад в будущее. Вот $8 за 510 грамм пробуйтесь. Ну вот это хорошая, она большая, она долго держится. Так что если будете брать голубику, берите вот такое. Называется джамбо обычно. Но здесь не написали, но они такие вот огромные. Как боярка. Возьму несколько коробочек, потому что мама их очень любит. Тут вообще они такие. Осталось всего $80. Так, вот взяла 4 коробочки, потому что мама их обожает. 89 центов за вот этот вот фунт. За фунт. Фунт это 454 грамм. С ума сойти. Еще такие страшные бананы. Грабеж. Просто грабеж. Для сравнения, в Walmart они 59 центов стоили. А в этом в Aldi 50 центов. В общем, это кошмар просто. Какой-то грабеж. Реально попала назад в будущее. Вот тут мне посылка пришла с Amazon. Я заказывала фасоль. И вчера заказала, сегодня уже пришла. Во второй коробке была краска вот такая вот для волос. Я всегда вот этим пользуюсь, только корни подкрашиваю, и они у меня отрастают. Номер 33 Garnier Nutris. Стоила она 7, там еще скидочка была 7.13. Вот, срок годности до марта 24 года. Нормальный срок. Поэтому вот Amazon самое удобное. Но у меня, правда, Amazon Prime, это когда ежемесячная оплата идет. Так, вот. Но зато такие быстрые доставки, очень быстро. Вчера вот эту краску с фасолью заказала, сегодня уже пришла. Вот эта фасоль, 12 банок. Здесь 12? Сколько? Сейчас посмотрим. Да, 12 банок купила за вот $15. Здесь вот 12 штук. За $15 12 банок. Это очень хорошая цена. Например, мне вот эта вот фасоль я готовлю на ужин. Перемешиваю, добавляю здесь какие-нибудь овощи замороженные, там морковку. Вот такое вот кофе есть. Есть вот такие. И какой еще? А, моя самая любимая это вот это. Здесь
тоже какая-то фасоль, морковка, кукуруза и зеленый горошек. И мне такая одна банка получается на 2, иногда на 3 дня хватает. Так что очень выгодно. Просто такие цены в магазине сумасшедшие, что вот такая вот находка. Еще также я вот в Walmart покупала тоже там по $1, по-моему, за баночку выходит вот такой вот. Это нут, тоже в банке консервной. Есть еще вот low sodium, тут поменьше соли. Они очень такие полезные, потому что много протеина. Можно из него все делать. И хумус, и в плов добавлять. Они такие мягкие. Garbanzo beans, вот называется по-английски. Тоже тот же самый бренд Bosch. Так что запоминайте, если живете в Америке. Как говорится, дешево и сердито. Но здесь получается дешево и сытно. Ну и покажу, что я купила в Safeway. Вот такие вот помидорки. Огурчик один. Потому что цена за один огурец была 2,99. Просто с ума сойти. Такая голубика. Еще голубика. Мама очень любит голубику. И здесь это sugar-free. Варенье такое клубничное, без сахара. Ну, для диабетиков подходит. Он действительно ей не повышает. Но я на самом деле капельку совсем чисто символически намазываю утром на завтрак на хлебушек с маслом. Чисто символически. И сахар у нее не повышается. Вот этот я купила мармелад из апельсинов. Мне для выпечки, я там увидела хороший рецепт и хочу попробовать его, протестировать. И там нужно было варенье такое вот из апельсина. Но варенья у них не было, у них называется вот такой мармелад. И мама прихватить сказала, велела вот такие. Ну, она подсунула мне, честно говоря. Вот эти вот два киндера. Джоя говорит, забери детям, потому что я на этой неделе, наверное, поеду наконец-то к детям. В общем, хочу показать, вот, что вышло по цене. Здесь получается кинза один пучок, два вот таких киндера, один огурчик, вот такие помидорки черри, 4 коробки голубики, два вот таких вот, две баночки варенья и все. Все, что мы сегодня купили. Цена $54.89 за такое вот количество продуктов. Вот такая вот инфляция. Я же говорю, как будто в будущее попали. Просто с ума не сошли. Вот этот один огурец стоил $3. 2,99. Я не знаю, почему никто не регулирует эти цены. Просто я была в ярости и в шоке от цен. Причем они... Говорят, в Америке следят за здоровьем, пропаганда здорового питания. Но именно продукты здорового питания, вот все эти овощи, именно они просто нереально подорожали. Просто очень дорого. И, конечно, люди будут покупать мучные продукты, чтобы дешевле было, потому что... И будут толстеть, соответственно. Опять сейчас американцы все растолстеют. Было время, когда началась пропаганда здорового питания. Такое ощущение, что они это специально делают. Сейчас опять все будут заболевать диабетом и всякой гадостью. Так что вот так вот, друзья. Я не знаю. Осень, я понимаю, цены растут, продукты, все такое. Но, блин, $3 за огурец. Это что это такое? Кошмар. В общем, вот так. Но благо есть и вот такие вот консервные банки. Надо, кстати, запастись, потому что на них тоже цены поднимутся. И нужно просто набрать очень много вот таких. Если видите, просто набирайте на зиму. Я думаю, сейчас со всей этой ситуацией в мире экономика еще больше хуже полетит. Куда, я не знаю. Но надо запасаться. Зима, конечно, будет суровая для всех, для всего мира. И поэтому... Запасайтесь, если у вас есть возможность, делайте заготовки на зиму, все эти борщевые наборы, заморозки, закрывайте банки, просто как-то максимально запасайтесь едой на зиму,
потому что зима будет, конечно, дорогая в плане еды. Но можно, просто надо с умом все делать, смотреть скидочные дни. Опять же, я пошла в понедельник, я знаю, что в пятницу, например, на все скидки, все будет дешевле, все эти продукты, правда, найти будет трудно. Если я вот этот пучок взяла за... сколько он был? Ну, дорого. Почти за 2 доллара или сколько я это взяла. Обычно на скидочные дни они стоят по акции 99 центов за пучок. Так что смотрите, покупайте, запасайтесь на зиму вот такими консервами. Они выручают, когда нужно покушать сытно. Просто, как говорится, всем успехов, удачи. Самое главное, мирного неба над головой. Всем пока. Thank you.